Давным-давно далеко в лесу была спрятана деревня, где жили милые существа, которые называли себя смурфами. Они были дружелюбные. И еще там жил Гаргамел, злой волшебник. Он был плохой. Я ненавижу смурфов! Я поймаю тебя! Я поймаю всех вас! Всех до одного! Я поймаю вас! Однажды я найду вашу деревню, и вы пожалеете! Что ж, лес по-прежнему на месте. Если вы прислушаетесь, то услышите угрозы Гаргамела. А если будете хорошо себя вести, то сможете увидеть жизнь смурфов. Смурфы. Небо падает. Что же это? Что же это такое? Я здоров, как смурф. Это не может быть. Аллергия. Кажется, это папа смурф. Папа смурф! Папа смурф! Папа смурф! Все в порядке? Вообще-то, Знайка, у меня аллергия разыгралась. Не переживай, папа Смурф. Предоставь все мне. Подожди. Знайка, не утруждайся. Не надо. Нет, папа Смурф, я настаиваю. Надеюсь, Знайка не переусердствует. Аллергия. На что у меня может быть аллергия? На сорняки? Нет. А вот и я, папа Смурф. Я принес тебе лекарство от простуды. Ну, я же сказал, у меня не простуда. У меня не было никакой простуды. Сколько раз тебе говорить? Не было простуды. Небольшой озноб. Не переживай, папа Смурф. Я знаю, как тебя вылечить. Нет, Знайка. Не надо мне помогать. Вот, папа Смурф, мой рецепт от озноба. Ты почувствуешь себя как новенький Смурф. Но у меня же не... Что это такое? Что это? Это моя собственная формула, папа Смурф. Пара красных перцев, два зеленых чили, немного острых специй и... Да, может, немного островато. Да, папа Смурф? Ну и ну, какое страшное облако! Да, надеюсь, оно не приблизится. А что это за облако? Кто знает, может, из-за него у папы Смурфа аллергия. Да, я слетаю наверх на летуне и посмотрю, кто со мной? Нет, спасибо, мне готовить надо. Увидимся. Мне нужно поливать цветы. А мне? Пойдем, трусишка, выясним, в чем дело. Точно. Какое странное облако, трусишка. Вот от чего папа Смурф чихает. Помогите! Небо падает! Небо падает! Смурфные смурфы! Вот они! Я их вижу, да? Я вижу!
Мы разобьемся! Берегись! Все целы? Да, Смурфета. Но не знаю, как там здоровяк. Это облако ничего хорошего не несет. Ненавижу облака. Что случилось? Вы видели облако? Видели, да? Да, небо падает. Падает небо. Небо падает? Это смешно, трусишка. Да, но как это небо может падать? Это правда, правда. Спросите здоровяка. Небо падает, здоровяк? Я не знаю. Что-то упало мне на голову. Это правда. Небо падает. Знайка, принеси-ка остальные книги. Иду, папа Смурф. Вот твои книги, папа Смурф. Я уверен, что ты найдешь в них ответ. Папа Смурф, папа! Папа Смурф плохо себя чувствует. Так что... Небо падает! Небо падает! Это смешно. Небо не может падать. Так что иди отсюда. Чего же хотел трусишка? Ничего, папа Смурф, ничего. Но небо же падало. Я был там и сам видел. Ты видел, как небо падало, да, здоровяк? Я не знаю, трусишка. У меня болит голова. Но никто мне не верит. Ой, облако с каждой минуты выглядит все страшнее. Может, трусишка правда что-то видел? Это просто облако, Смурфетта. Не о чем беспокоиться. Моя голова. Видите, на здоровяка точно что-то упало. Он не очень хорошо выглядит. Может, расскажем папе Смурфу? Я уже сказал трусишке, что папу Смурфа нельзя беспокоить ни при каких обстоятельствах, потому что я занимаю Помогите! Небо опять падает! Я не такую позицию занимаю. Аллергия? Что вызывает? Папа Смурф плохо выглядит. Думаешь, Знайка был прав? Пойдемте, пусть поспит. Помогите! Эй, что происходит? Это просто гром, вот и все, нечего бояться. Я знаю звук грома, бояться абсолютно нечего. Как папа Смурф всегда говорит... Что это? О, великий Смурф, я понял. Последний раз эта аллергия была у меня... 300 лет назад. Это было, когда вулкан святого Смурфа извергался. И он снова извергается. Я должен предупредить своих смурфов. О, нет! Гром усиливается! Небольшой гром никому еще никогда не вредил. Смурфы! Вулкан святого Смурфа! Нужно эвакуироваться из деревни! Помогите! Смурфотрясение! Смурфотрясение! Ненавижу смурфотрясение! Бояться нечего. Ведь папа Смурф сказал, что это не смурфотрясение. Это простое извержение вулкана. Извержение? Помогите! Небо падает! Небо падает! Come on.
Нужно бежать к пещере. Моя голова! Помогите! Небо падает! Небо! Помогите! Смурфные смурфы! Трусишка, ты прав! Небо падает! Скорее в укрытие! Это наш единственный шанс! Я ничего не видела страшнее этого вулкана! Думаю, к утру все кончится, мои маленькие смурфы! Ненавижу грязь. Папа Смурф, твой дом завалило. Не волнуйся, папа Смурф, тебе станет лучше, когда мы уберем этот пепел. Ненавижу пепел. Нам повезло, мои Смурфы. Наша деревня уцелела. Кстати, все ли Смурфы целы? Я давно не видел трусишку. И я его не видел. Где же он? Кстати, я не видел здоровяка. О, нет. Надеюсь, их не накрыло лавой. Где они могут быть? Я бы все отдала за то, чтобы они были целы и невредимы. А ты, Знайка? Абсосмурфно. Я всегда говорю, если смурф в беде, нужно его выручить. Я готов выполнять обязанности здоровяка и трусишки, пока они не найдутся. И я сделаю все, о чем бы они не попросили. Здоровяк, трусишка. Потому что у каждого смурфа должен быть друг. Я же говорил, что небо падает. Может, в следующий раз ты меня послушаешь, Знайка? Какой вкусный смурфничный пирог. Я согласен. Я бы выпил еще со спариллы. Эй, Знайка, принеси еще со спариллы и смурфничного пирога. Побольше всего. А когда мы поужинаем, убери со стола и помой посуду. Давай же. Смурф-предатель. Беги, растяпа, беги! Я бегу, красавчик, бегу! Попались! Азраэля, не попались! Сдавайтесь, смурфы! На этот раз я поймал вас! Думаю, мы убежали, красавчик! Не думай, растяпа, беги! Давайте, бегите, маленькие синие мерзавцы! Скоро я вас поймаю! Очень скоро! Папа Смурф, мы думали, что Гаргамел нас поймает. О, надеюсь, у меня не появятся морщины. Гаргамел очень упорный в последнее время. Это третье нападение за 2 дня. Я подумал, что жить было бы легче, если бы Гаргамел был не таким гадким. Устами Смурфа. Растяпа, ты прав. Я знаю, что нам делать. Правда? Я умнее, чем я думал. 2 капли драконьего молока, жареная паутина. Это зелье так сложно готовить. Оно должно быть сильным и сделать Гаргамела добрым и хорошим. Бедный папа Смурф проработал в своей лаборатории всю ночь. Да, быть лидером непросто. Ну вот, все готово. Мое прекрасное зелье. Оно сделает Гаргамела хорошим. Ура! Ненавижу Гаргамела. Папа Смурф, это прекрасно! Это была моя идея, да, папа Смурф? Осторожно! Растяпа, ты нас промочил! Ненавижу промокать. Невероятно, мое зелье. Вместо изменителя личности получился заменитель личности. Ненавижу заменителя личностей. Не знаю, а мне нравится. Азраэль, у меня для тебя сюрприз. Познакомься с моим помощником по поимке смурфов. Кнагеснеппер.
Нет, Снеппер, ты должен ловить смурфов, а не котов. Надеюсь, это противоядие сработает. Честно говоря, я не знаю, что еще придумать. Как же хорошо снова стать собой. Ничего личного, Ворчун. Ненавижу личное. Слава смурфам. Мои маленькие смурфы, я очень устал. Мне нужно отдохнуть. Поэтому я погружаюсь в трехдневный сон. Если что-нибудь случится, прочитайте вслух эти слова, и я проснусь. Но просто так меня не беспокоить. Спокойной ночи, мои маленькие смурфы. Я ухожу спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, папа Смурф. Думаю, папа Смурф подал правильную идею. Да, мы все устали за последние дни. Стойте, смурфы! Нельзя отдыхать и расслабляться, несмотря на то, что папа Смурф спит. Я всегда говорю, сделал дело, гуляй смело. Я распределю обязанности между всеми смурфами. Какая наглость. Ну, я им покажу. Я запишу, что делает каждый смурф и чего он не делает. И расскажу все папе смурфу, когда он проснется. А чтобы они не увидели мой отчет, я закодирую его. Эй, что ты пишешь, Знайка? Скоро узнаешь, здоровяк. Что он писал? Я не знаю, но мне это не нравится. Они не кололи дров. Конечно, я буду греться у огня вечером, а они пусть мерзнут. Какой странный почерк. Дай посмотреть. Это почерк Знайки, но письмо закодировано. Что же он задумал? Я не знаю, что он задумал, но следил за мной. И за мной. Может, нам тоже стоит последить за ним и узнать, что происходит? Да! Смурфная идея! Слишком большое. Поищу поменьше. Это тоже большое. Я знаю, что где-то здесь должно быть дерево поменьше. Знайка очень странно себя ведет, охотник. Следит за всеми, сует свой нос, куда не просят, и пишет закодированные письма. Смотрите, вон он, похоже, он делает зарубки на деревьях, чтобы отметить дорогу от деревни. Или к деревне. Я должен найти что-нибудь смурфное, чтобы снайпер взял след. Если вы что-нибудь учудите, пока меня не будет, я превращу вас обоих в жаб. Теперь постираю вещи. Папа Смурф будет мною гордиться, потому что только я делал полезную работу. Знайка идет. Я думаю, в том, что он затевает, нет ничего хорошего. Перестань, здоровяк, давайте просто спросим его. Знайка, а что у тебя в мешке? Ничего интересного, растяпа. Идемте за ним. Если бы я только нашел что-нибудь пахнущее смурфами. Ну что? Что? Проклятие, я забыл щетку. Смотрите, вот его мешок. Да, ну где же Знайка? Какая разница, давайте заглянем в мешок. Гаргамел! Что-нибудь смурфное. Ага. Что это у нас здесь? Одежда смурфа. Великолепно. Просто великолепно. Как раз то, что мне нужно, чтобы найти их деревню. Спасибо, маленький смурф, что оставил это здесь. Спасибо тебе от Гаргамела. Вы это видели? Не может быть! Знайка оставил что-то для Гаргамела. То, что поможет ему найти нашу деревню. Так вот, что затевал Знайка. Он помогает Гаргамелу. Помогает Гаргамелу? Нужно разбудить папу Смурфа скорее. О, нет! Записка исчезла. Наверное, Знайка ее спрятал. Папа Смурф, пожалуйста, проснись. Не помогает. Что же нам делать? Придется решать эту проблему без папы Смурфа. Но я не знал, что Гаргамел идет в деревню. Я не виновен. Ну, конечно, Знайка. Все так говорят. Ты останешься здесь, пока папа Смурф не проснется. Я должен доказать, что я не виновен. Но как?
Если бы я смог вылезти в то окно, здесь должно что-нибудь быть. Катапульта ловкача. То, что нужно. Теперь мне нужна только веревка, чтобы запустить ее. Здесь должна быть веревка. Ага, вот так. Вот, минуточку. Дверь была открыта. Великие умы не могут находиться в заперти. Мы все обыскали, здоровяк. Ищите, мы должны ее найти. Если я первым найду записку, я смогу разбудить папу Смурфа и доказать, что я не помощник Гаргамелла. Так вот, Снеппер, нюхай эти мерзкие тряпки и возьми след этих жалких Смурфов. Гадкий пес! Я превращу тебя в бородавку! Остановись! Записка может быть где угодно. С дороги, Смурф! Я найду всю вашу деревню! Гаргамел! Азраэль! Чуть не попался. Записка папы Смурфа. Смурфы, смотрите, Знайка сбежал. Сбежал? Готов поспорить. Для того, чтобы помочь Гаргамеллу, идем, Смурфета, нужно взять папу Смурфа и бежать. Надеюсь, это поможет. Или всем Смурфам не сдобровать. Это последний шанс. Папа Смурф, проснись. Нет, это заклятие Гаргамелла, да? Нет, это... Помогите! Бежим! Это Гаргамел! Это записка, последний шанс! Папа Смурф, пробудись ото сна! Знайка, здоровяк! Папа Смурф, ты проснулся! Я же говорил, но нет, ты не слушал! Помогите! Помогите! Что ж там происходит? Гаргамел! Снеппер, ко мне! Мне нужны Смурфы, а не Азраэль! Что нам делать, папа Смурф? Я не знаю, Смурфетта. А может быть, это бесполезное зелье не такое уж бесполезное? Мне нужна ваша помощь. Иди к Гаргамеллу, маленький синий мерзавец. Азраэль меня не поймает. Здоровяк, готовься! Цель! Не поймаешь, Азраэль, не поймаешь! Пли! Эй, что происходит? Почему я выгляжу как кот? Стой, Снеппер! Я не тот, о ком ты думаешь! Стоять, тупая псина! Я же твой хозяин! Ура! Скоро чары рассеются, и бедняга Снеппер узнает, что часто все бывает не так, как кажется. Да, мы тоже сегодня об этом узнали. Прости, что подозревали тебя, Знайка. Да, прости, что подозревали тебя, Знайка. Вам есть за что извиняться. Это просто непростительно. И я добавлю это в свой список. Здесь я перечисляю... Но, по крайней мере, все вернулось на свои места. Смурфы. Авторы идеи Пайо и Эван Делпорте. Продюсер Джерард Болдуин. Авторы сценария Лэн Дженсен и Чак Мэнвилл. Режиссер Рэй Петерсон. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2010 году.